Хей, йоу, гей, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Омега Страйк. Окей, что мы делаем? А мы делаем вот что, изумрудный лес отправляемся. Так как у нас есть двойной прыжок, мы можем некоторые локации уже посетить. Одна из таких локаций у нас будет с этой стороны. Ой, стоять, я могу так... Здесь мы все, да, облазили? Здесь все. Вот, короче, сюда нужно с помощью прыжков. Ниндзя. С помощью прыжков ниндзя. Но, в принципе, как мне это ломать? Аеф. Тупые осы. Ладно, давайте пускай будет мышек за рыбовиком. А, я ос тоже не убиваю с одного. Ой, еф. Там давай прыжок, окей, нужен. Давайте в ту сторону. Аптечка. Аптечки я вообще не юзаю. Всего, скорее всего, если бы я выбрал самую последнюю сложность, я бы этот лох. Ну, типа, от одного удара по мне у меня пойти отнимались. Один квадратик. Просто урон впитываю. Чисто вбираю в себя. А ну стоять, а ну. Хер там. Хер там. Два варианта. Влево-вправо. Пойдем влево. Скобочка вправо. Хвататься не могу, значит я смогу здесь захватиться. В следующем заходе. Только, конечно, если еще не сдохну. Что ты сюда запрыгнула? Да ладно! Ух, это жестко сейчас было. Очень жестко и очень плохо. То, что я сейчас много времени потратил. Да. Поехали. Ну черт. Да я много просрал времени. Главное, как я так накосился, мне начали коцать под
Вот два сердечка. Ну ж серьезно, у меня начали коцать так сильно. Да нет. Листья падают. Дробовик не так. Нужно урон прокачать будет. Чтоб я ваншотил. Ау. Что? Чем я только что зацепила? Так, я тогда пошел в ту сторону. Потом я понял, что я там не могу из-за того, что там нужно лазить. Блин, кайф. Ага, вот эти мне хорошо по два наносят, оказывается. Тупая жопа убийца. Блять. Ты чё, охерел? Я в воздухе перекатываться не могу. Окей. Окей. Хоп, хоп, хоп. Что вот меня опять коцнуло? Меня лися коцает? Не пойму. Не пойму. Мне бы хил. Ни разу бы не помешал. На самом-то деле. Ну, хотя бы такой, ладно. Ага. Шанс того, что я умру. 1 к 1000, да? То, что меня может... Нет. Забить кто-то. 30 золотых. Ладно, пока что ждем. Пока что ждем.
Может, кто-то лучше лазит. Кубик силы. Так, а сколько у меня уже этих кубиков? ХП. Два кубика только, ё-моё. У меня еще аптечки есть. Аптечки. Аптечки, которые я не использую. Блэст РНГ, дайте мне сохраниться. Ух ты, ё-моё. Зараза, главное, еще достал. Ладно, отхилился. Сложно. Эк. Я фулл ХП, замечу. На секундочку замечу. Так, текст. Вот ж. Ах ты. Ты что, херел? Мне опять атакует необъяснимая херь. Зачем так сложно? Эти мне наносят враги по 2 хп. Урона. Вообще жопа. Пипец. Ух. У меня два варианта, куда я могу камешек тут деть. Либо в эту сторону. А ну. А, не, нафиг надо. То вообще ни хера не сделаю. Ой, еф. Куев. Черепундик. Так. ХП это мало, да, все-таки. Хром. Давай, едь. Понятные штуки. Иду непонятно я куда.
Нужно, короче, штурмовиком лучше играть. Меньше шанс того, что я подохну. Трикаты только одного. Отлично. Отлично. ХП. Уходи, зомби. Зомби. Воу! Если еще не полная пойма влетает во врага, он еще не сдыхает. Давайте в ту сторону пойду. Давайте быстрее. Ты почему-то не двигаешься. Двое были. Один был. Тогда уходи. Монетка. Я монетку не взял. Надеюсь, я не пожалею о своем выборе, что я сюда именно пошел. Ай-яй-яй, так попадать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично, босс. Сейчас будет босс. Ну, понятно, за кого я буду играть, за штурмовика, так как у него больше урона из всех. Макакич. Доктор Омега, вот мы и встретились вновь. Ты упрямся достойно восхищения, хотя она совершенно бесполезна. Ты как раз вовремя сможешь узреть один из моих последних экспериментов. Все древние окаменные хранители леса просто... Просел здесь тысячелетия. Посмотри, осталось ли в этом старикане искра жизни. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ой, бля. Горилыч. Она живое. Живое? И, похоже, не слишком рада тебя видеть. Да, начнется битва. Thank you.
легенько. Но у меня мощная хватка. В управлении сержантом прыгните на траву, чтобы зацепиться за нее. Манать. За какую траву? Только за этого можно хвататься? Что-то, знаете, мне кажется, дисбаланс идет по остальным. Что только ему все дается. Правильно ли я делаю, что сюда иду? Отлично. Сержант у нас просто мега-машина-убийца. Так, и того, что у нас выходит? У нас есть наверху еще проход. Давайте я туда вернусь и продолжим. Еще у нас есть с правой стороны, как вы видите, тоже проходик. Сейчас, если мышка есть. Вот проход. Раз, два. А, тут что-то есть пространство, здесь есть пространство. Поэтому я остановлю и продолжим там. Так, полетели. Дошел я до этого места. Здесь мы будем с помощью ниндзя это все делать. Окей, красный кубик жизни. И пока, короче, сюда доходил, я еще нашел один кубик жизни. Сейчас мы до него дойдем, я вам покажу. Он все равно здесь не так уж далеко находится. Все равно он не так далеко находится. Он находится. Ой-ой-ой. Вот, кажется, в этой, да, локации. Кажись. Бля, я пробежал ее, ладно. Восстановлю хп и пойдем. И пойдемте. Там наверху, короче, когда... А, сейчас покажу. Ну тут когда я лез вот так наверх, и я заметил тут проход. Здесь еще плюс один кубик жизни, и того у нас уже сколько? 4. Я могу плюс сделать себе хп дополнительное. При этом мы должны еще закупиться, сходить. Так, теперь мы идем сюда с вами. А здесь я с вами не пройду, потому что у нас здесь камнями заложено. Поэтому побежали на выход, в принципе, и заканчивай, да? Да. В принципе, да. В принципе, у меня там и денег предостаточно. Да, типа он в воздухе как будто просто заглючил, кажется. Если быстро нажимать. Так, где у нас там самолетик? Ага, поехали. Уехала. Ух. Ну нафиг, просто буду бежать.
Ой, а вот здесь я лучше отхилюсь. Все. Так, готово. Мы пришли. Здесь у нас Чубрик, он нас отвезет. Там был вид, я прокачаюсь. Да. Готово. Теперь ты. Увеличить дальность дробовика. Блин, не хватает, ладно. Давайте тогда на этом закончим, потом мы с вами отправимся куда-куда. А хер его знает. Где я был, а где еще я не был. Поэтому как-то так, давайте на этом закончим. Там продолжим в лесах стоять. Как у меня еще есть локация? Да. В шахты. Мы отправимся в шахты, и там, по идее, еще последний участок будет, в который я не смог попасть из-за того, что там нужно лазить. Потом мы будем еще повторно бегать по всем локациям, чтобы открыть вот это стены из камня. И еще плюс у нас тут две закрытые. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.